заканчиваю стихотворением. Оно называется «Последнее пожелание Ивану». Не слышали такое? Мы славно гуляли в республике вашей. Мы доллары черпали полной чашей. Пока вы тут пили, мы вас разорили. Заводы продали, богатыми стали. А вам всем здоровья, живите богато. А мы отправляем ресурсы на Запад. И чтобы ни крошки у вас не осталось, и чтобы здоровых детей не рождалось. Кстати, по поводу рождения детей. Каждый год в России делается 2 миллиона абортов. 2 миллиона абортов – это только официальная цифра. А еще столько же делается неофициально. И чтобы здоровых детей не рождалось, за ваши ресурсы дадим и вам шприцев. И спирта вагоны до смерти упиться. Наркотики в вены вливайте богато. Валяйтесь, как свиньи вблизи вашей хаты. Дадим казино, сигареты, секс-фильмы, курите и пейте. Рожайте дебильных. Больные уроды для нас не опасны. Мы их уничтожим поддельным лекарством. Для нас вы все быдло, дерьмо, папуасы. Зачем папуасам земные запасы? Вы слышите, свиньи? Мы стали богаты. Мы скоро отнимем у вас ваши хаты. Вы все постепенно умрете бомжами, и долю такую вы выбрали сами. И ваша земля нам нужна без народа. Мы вас похороним в любую погоду. Так будьте здоровы, живите богато, насколько позволит вам ваша зарплата. А если зарплата вам жить не дозволит, тогда не живите, никто не неволит.